Молодец! Молодец! И всех обул Чеперис Александр. Обул, лучший! Молодец! 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 Учитель! Только молодой и живой может получить. Ну, знаете, особо сильно не рассчитывал, так как, ну, на сильный результат, так как две недели назад бежал марафон в Киеве. Ну, в целом рассчитывал где-то, ну, на 1:16. Ну, а получилось где-то 1:15:56. Ну, знаете, они, конечно, бежали далеко. Первым, получается, стал Чеперис с клуба «Родник». Ну, сейчас он по-другому называется, «Циклспорт», да. А вторым стал Медведев. Не помню, он там. Третье место вы заняли, да? Ну, и я третьим стал. А четвертое у нас? Рукин, тоже марафон клуб «Харьков». Да. Ну, в основном с ним борьба такая была. Он бежал приблизительно в 100 метрах сначала, потом я начал на последнем кругу тут уже и сокращать расстояние начал, и после очередной горочки я его обогнал. Знаете, День Победы — это такой светлый праздник. Участвую, наверное, уже третий раз около того. Ну, в целом это очень великий праздник, потому что наши деды сражались в Великой Отечественной войне за нашу жизнь. И благодаря им мы сейчас живем. Поэтому этот праздник нужно чтить, помнить и всегда знать, что наши деды победили и отдали жизнь за нас. Здоровья, прежде всего, счастья, мирного неба над головой. Всего самого хорошего. Я хочу сказать, что Харьков — это самый прекрасный город в Украине, потому что тут самое большое количество участников бывает именно на 9 мая, именно в день Великой Победы над фашизмом. Да, поэтому я поздравляю всех участников, поздравляю судей, всех людей, весь народ Харькова с Днем Победы. Пусть они будут счастливы и с мирным небом. Какой год подряд уже проводятся эти соревнования? 50-й. 50-й? Да. Отлично. В прошлом году было 49-й, а в этом году 50-й. Первый проводили клуб любителей биотемп. Темп даже. А потом мы, да, подхватили и влились в их теплую компанию и начали проводить совместно. Скажите, сколько участвуют в соревнованиях, какие дистанции? 5, 10 и 20 километров, участников 163 человека. Почетный президент Союза ветеранов спорта Харьковской области Николай Яковлевич Зудин. Николай Яковлевич, пожалуйста, традиция этих соревнований. Пожалуйста, вот немножко истории. Эти соревнования проводятся почти начиная после, ну, окончания Великой Отечественной войны. Ежегодно будут проводиться, пока жив хотя бы один из наших членов клубов, которые начали проводить эти соревнования. Поздравляю всех с праздником, здоровья, счастья и всем мирного неба. Всем, всем, не только харьковчанам, всему человечеству.